Сейчас переводить. Сейчас переводить. Переводи. Так. Четвертый, да, сразу переводи. Секунду, штат. Дисконт, сервак. Сука. Блять, я рот напал. Ну вот вам и перекур. Как зайдем, сразу же босс с улицы, правильно понимаю, да? Да. Такая приколюха там, блядь, в диспетчере устроишь на сетевую, блядь, типа карту, этот галочку надо убирать для экономии питания, потому что винда идет эта хуйня автоматом, типа, для ноутбуков. Понял? И такая хуйня, типа, мало пакетов, он может ее отключать, потом видит, что у тебя, блядь, пакет пытается идти, включает ее. Убери там галочку, блядь, так, питание. Так, я не... Где? Где? Че это нажать надо? Мой компьютер, да, свойство систем, там диспетчер устройств. Находишь там сетевую карту, и в ней находишь там галочка экономия питания. Панель, не панель управления. Да просто напиши в поиске диспетчер устройств, и все. Заходит на сервер. Не, ну не, ну раньше-то нормально все было, это вот последние дни. Ну ты вот, диспетчер. Позвони ему, скажи, что за хуйня, мне интернет скажи. Где диспетчер устроив, что нажимать? Сетевую карту там найди, сетевые адаптеры. Сейчас. Сетевые адаптеры нашел. Что дальше? Ну, блять, там правой кнопкой, короче, в свойстве зайди. Там, короче, должна быть галочка экономии электропитания. Так, поищи там настройки. Я вообще ничего, я нажимаю свойства, просто сетевые адаптеры, свойства, окей, и вообще все пусто. Свойства, окей, все, выходи, раз окей. Блять, ну заебал, смотри, там, короче, вот у тебя плюсик, да, где сетевые адаптеры. Нажимаешь плюсик, там будет твоя, типа, сетевая карта отображена. Я нажал на плюсик, здесь открылось интернет, устройство, Bluetooth, протокол. Ребят, заходите, пожалуйста, быстрее. Да, выкинуло, все равно надо бежать. Сейчас, погоди, я, блядь, вся гляну. Чё там мобы агрятся? Броня, иди этот. Мобов, стоп. Сзади большой. Смотри, открываешь сетевые адаптеры, у тебя там должно быть какое-то название, что-нибудь типа там Realtek, блядь, еще что-нибудь такое. Ну, есть Realtek. Кнопку мыши, нажимаешь свойства. Ну. Вот, и у тебя тут управление электропитанием должно быть. Ага. И вот там галочка, разрешить отключение этого устройства для экономии энергии. Убери галочку, нажми. Что, галочку убрать? Да, она стоит, убери. И что это? Все, заебись будет. Ну, блядь, загрузишь комп. Если у тебя будет обсираться и не будет ограничивать. Это что, перезагрузить комп надо? Хорошему, чтоб да. Если не предлагает, можно не перезагружать. Я перезагружу, все равно мы тут все сдохли, да. Нет, бей. Я помню, за это прибуду, своего провайдера в корягу заебал. У меня жестче был, меня прям конкретно обрывал, когда в какую-то игрушку играет. Кайф. Кто спулил, бля? Мы... Да кто-то заходит в мир и пулит. Заходите все уже.
А чё странно, меня с инста выкинуло, а чё вы там, почему? Потому что люди прогружаются под босса. Ничего удивительного. А так кто-то сагрил, я зашел в игру и мне фортануло, так что? Ты да, лучше ты не подходи, комбат. Сейчас опять тот зайдет и тебя убьют. Лучше всех дождаться. Если ты будешь на безопасном расстоянии стоять, где он навейдится, тебя не убьет. Гидра с другой стороны точно. Алоэ, ну танкани, моба. Или кто-то. Там сверху идет. Подходите, большой. Большой. Идет. Масрез я давал, по какой причине все лежат. Ну, я жду, пока у нас не было. Я жду, когда заявляют. А это что такое? Чтобы ничего одного не приводить. Это неудачный вейт, походу, был. Это очень неудачный вейт. Сзади, блин. А, нормально, не согрелся. Блин, рисните еще раз, этот кончился. Можно моба сагрить танки, господа? А что ты бьешь, когда он на таунте висит? Сзади резните меня. Где там валяюсь? Удачи. Нямка, будешь пробегать, тресни? А, все. Ловите. Что не так? Че вы там зайдете? Нет в игру? Ой, женек. Да, сейчас тревогусь. Запал баф. К прокачке дали. Ну вот, все, спасибо, блядь. Женек, ты скоро? Захожу уже. Зашел. Трупаков. Не заходи в рейд, тресните его. Блять. Ну я резкнулся, я зашел. Вышел. С ума нет, а то тут бежать, пиздец. Обновляйте бафы. Ты ничего. Блять, тревоги ваши. Я тут. Рычи на пул. Женек, чего не хватает?
5. Стоп. Трэш держите нормально. Под боссом, а не перед боссом. Проведу скоро. 5. Все. Сейчас поведу. 5. Добивайте босс, больше не буду переводить, прожмусь. Я все думал, когда шмяка откинет.
Фарада, распределишь метки людей. Сова, куда ты? Хочу кто-нибудь из мишек в ДД. У меня только хил. Я себе еще не сделал третий спек. Я все хотел спросить, зачем нам 5 меток, если хватает 4? Потому что мамбы выходит из 6 точек. Я знаю. И какой тогда следующий вопрос? Вопрос остается тот же. 6 точек. 5 меток. Соответственно, одну на одной точке держат 2 выхода. Ты хочешь еще одну уменьшить? Лага, все тут, делай РЧ, давай, пошли, пошли, пошли. Так, а йотун где стоит? Где-то. Выбирай себе хила и стой с ним. Вон, на той стороне пусто йотун. В крестике никого нет. Че, самим вставать, что ли? Куда надо? Да. Звезде. В каждой точке должно быть примерно 2 РДД, 2 ДД. Ну, типа в ромб вставим. И немножко крестик вот сюда спасти. Немножко. Что? Тут 2 спавна. Здесь. Там.
электричество через 3 спауна. Метку на Даркеса повесьте. Все, расстал людей? Нет, он говорит, сами расставьтесь, говорит. Крылов назначил, нет? Крылов поставил. Все, знаешь, и те готовы. Макрос на бросок магмы. Юз порченная магма, да, вроде как? Да. Еще на пул. Ну вот так все против, да, в пизде. Зеленый крест, зеленый крест. Крест, помогите. Страуса, кто увидит, скажите. Том под текстами лазит постоянно. А лут? Справили? Да, да, лут стоял. Я не могу его залутать. Лут стоит. Я взял. Взял. Даркис, отойди чуть дальше. Ну или похуй, ладно, кинул. Алоэ. Он ваншот. Да он из-под текстов вылазит. Зеленая печенька. Че не залутали? Thank you.
ДК упал, поднять? И чем ты опять? Да, поднимай нож. Я на печеньке. А мне хилят? А ты где? Большого помогите. Как он зафирял на рейнджи? Зеленый квест. Крыши много. Большой вышел еще. Большого больше такой РДДшники. Пока. Да, Ракес. Все, годится, перевели вроде. Активировался. Ловите босс. О, поймай, Мишка. А, я да большой. Поймал. Все. Меня что прохилили. Тут этот. Сейчас дебаф спадет. Гвардеец. Да, босс не сильно лупит. Скат. Меня шотнуло, никто не хит. Энджи Бертон! Ты стойте, как пианист учил на рендже, чтобы вы не свечились. Ну, сейчас сорву. Так я... Пускай он понабирает альбом. Пусть ДК держит, ему легче. Скат, убейте. Герои в босса рано еще скаты Bloodlust. Таунти. Ужас ты.
Мяка, поставь ТП, пожалуйста. Кому лут нужен, не выходите из инста. Я за вами.